Пришло сообщение о вертолете, садящемся в том районе. О нет, вдруг это вертолет Нормана? Я бы и послала к тебе людей, но нет никого. Ничего, я разберусь. Скоро все закончится, обещаю. Сначала демоны, потом пойду залив в лабораторию. Пора вырубить тех снайперов. Надо прорваться мимо демонов, пока Ли не добрался до противоядия. Не храпи. Будет проще, если они разделятся. Лучше вырубить их по-тихому. Мои люди справятся. Соболь? Ли разобрался здесь со всеми агентами. Они ни с чем не справятся. Я предупредила тебя, супергерой. Похоже, Соболь выслала подмогу, когда ее люди не вышли на связь. Нам надоело, что ты нападаешь на наших агентов, паук. Так вы думаете, это я убил ваших людей? Это просто смешно! Надо закончить побыстрее и идти внутрь. Продолжайте!
Хоть бы Соболь дала мне передышку. Мы ведь должны быть в одной команде. Демоны и Соболя нейтрализованы. Последую за Ли. Какая же ты тяжелая! Ты оскорбил моих людей, испортил мое имущество, а мой клиент потерял миллионы. Есть хоть одна причина не убивать тебя на месте? Слушай, ты мне не нравишься, я тебе тоже. Но сейчас в этом здании Ли убьет твоего клиента, если мы не вмешаемся. Мы можем воевать друг с другом. Или с Ли, но не на два фронта. Договорились? Поможешь мне спасти Нормана, а потом посмотрим. Идет. Ли сошел с ума. Иди за Осборном. Я с ними поговорю. Ладно иметь друзей. Все, Ли, хватит бегать. Это конец. Это безумие. Надо как-то достучаться до Мартина Ли, которого я знал, который создал пир. Придется спускаться. Уходи, человек волны. Это касается только меня и Осборна. Я знаю о том происшествии. Знаю, что случилось с вашими родителями. Инцидент? Ты такой же уродец, как Осборн. Родители погибли из-за меня, из-за того, что со мной сделал Осборн! Ваше прошлое — это не все, оно не должно управлять вами! Я хотел, чтобы они мной гордились, хотел почтить их наследие! Но для этого нужно призвать Осборна к ответу! Я вам не позволю, Мартин! Боль Ли. Его злоба. Они питают его силы. Единственный образец. Нет! Нет, Мартин! Я же сказал, мне жаль. Это был несчастный случай. Я хотел помочь тебе. Ты не помогаешь людям. Используешь их. Это не вернет ваших родителей! Зачем так настойчиво пытаться спасти этого мерзавца? Я хочу спасти вас, Мартин! Не дайте мести победить! Боритесь!
слишком долго убивала город! Осборн должен попасть в руки настоящего правосудия, но для этого вам нужно остановиться! Я не отступлюсь! Надеюсь. Thank you.
я знаю. Но так ведь нельзя, Мартин. Ото? Ах, этот твой взгляд. Не представляешь, как я ему рад. Готов к последнему акту? Эй! Где Отто? Ушел. Не о нем сейчас стоит волноваться. Ему надо в больницу. Нет, не надо. В пир. Я хочу говорить с главврачом. Здесь нет никаких врачей. Кто же тот главный? Я обычно. А, так. Прошло много времени, но я постараюсь. Нужны маски, перчатки и стерильные инструменты. Спасибо. Если выживешь, поблагодаришь. Боже мой. Жить будет, но нужен покой. Эй, осторожно! Где Мэй? Ее может не стать в любой момент. Куда ты? Надо найти Отто. Вакцина у него. Не знаю, справлюсь ли я с ним. Может и нет. Может, пауку нужна помощь его друга Питера? Что? Питер помог создать эти руки, помнишь? Он должен знать, где их уязвимость. Задай им, Тигр.
Ладно. Нет. Нет, тоже не то. Может быть, это? Нет. Джей права. Я создал нейронный интерфейс. И я могу его уничтожить. Нужно посмотреть, что есть в лаборатории. Человек-паук, здравствуй. Черт, пора сменить номер. Я покидаю Нью-Йорк. Мне нужно обдумать... то, что произошло. Ты спас Осборна, спас своего врага. Это необычно. Я вернусь домой. Подумаю над приоритетами. О, знаешь, мне будет не хватать тебя и твоих головорезов. К сожалению, мои агенты останутся. Я в себе засомневалась, а они нет. А Осборн продолжает платить. Прости. Почти что хорошие новости. Правда. Я буду скучать по твоим странным шуткам, Человек-паук. Мы еще встретимся. Какая странная, неистовая дама.